«Вперед, Россия!» Под таким названием в гимназии номер 16 «Интерес» прошли командные соревнования среди учащихся. Инициатором спортивно-познавательных состязаний выступил общественный совет при муниципальном управлении МВД России «Люберецкая». Мероприятие прошло в рамках проекта «Умные каникулы». Это всероссийская акция общественных советов МВД, которые в период летних каникул посещают какие-то мероприятия, организовывают их совместно с образовательными учреждениями, как, собственно говоря, и сегодня мы организовали с гимназией 16 «Интерес». Участники соревнований показали свои навыки в разных спортивных и интеллектуальных дисциплинах, после чего состоялось торжественное награждение. Команды, занявшие первое, второе, третье места, получили грамоты от сотрудников межмуниципального управления МВД России «Люберецкая».